Всем здравствуйте! Колоновидная яблоня. Ей уже четвертый год, а как видим, какая она небольшая. На второй год она у меня зацвела, было цветков много, но яблочко ни одного. На третий год то же самое, цвела много и яблочко ни одного. В этом году она опять зацвела, но я не стал рисковать, что яблоко опять не увижу на ней, и решил взять цветок из другого сорта яблони и пройти ручное опыление. Брал я цветок из яблони Росошанка, и вот видим, какой из этого итог. Пошло хорошее опыление, яблочек много, одно яблочко уже упало, яблочки поспевают. У кого одна яблоня растет колоновидная, с питомника продавец мне сказал, что колоновидная яблоня одна не опыляется, надо рядом сажать вторую яблоню. Надо подсадить вторую яблоню сюда, или каждый год ручное опыление вести над ней. Ну, на следующий год попробую еще раз часть опылить, а которую не буду опылять, посмотрю, будет ли там зависть яблок или нет. Вот такой небольшой обзор колоновидной яблони московской ожерелье. Это первый год плодоношения ее. Ручное опыление этой яблони дало свой результат. Возможно, это видео будет востребовано у кого растет колоновидное дерево и не приносит урожая. Всем желаю удачи в получении богатых урожаев. Всего доброго. До свидания.